Оригинальная постановка оперы Джузеппе Верди «Аида» Малиса Нурмса станет главным событием фестиваля оперной музыки. В мае на сцены Тарту, Пярну и Таллина выйдут солисты из Литвы, Белоруссии и Украины. Победительница предыдущего международного конкурса молодых оперных певцов имени Клауди Таев, солистка из Литвы Йоманте Шлежайте, исполнит партию Аиды в одноименной опере Верди. По словам певицы, у нее есть немало общего с главной героиней спектакля эфиопской рабыней. Конечно же, вся наша жизнь – это драма, но мы артисты. Один день мы очень спокойны, другой наоборот. И в этой постановке это будет отражено, что Аида меняется очень быстро. Знаете, есть роли, которые хорошо чувствуешь. Так вот, для меня это она и есть. По словам режиссера Мадиса Нурмса, композитора Верди больше привлекала драма человека, а не блеск египетского золота. Эстонский постановщик решил, что спектакль должен быть современным. Трехчасовая опера, которая рассказывает о войне, насилии и пропаганде, заканчивается мирным посланием. Больше всего для идеи спектакля я почерпнул вдохновение из массовых постановок в Северной Корее. Также использовали близкие нам образы и включили в постановку советскую пропаганду и образ соцреализма. Классические оперы в современном виде ставят многие. Но так как я живу в Беларуси, сам родом с Украины, для меня сейчас антивоенная тема, она очень важна. А здесь она является лейтмотивом. В рамках фестиваля пройдет традиционный конкурс молодых оперных певцов имени эстонского педагога Клауди Таев, на котором уже представлены 12 стран, в том числе солисты из России, Белоруссии, Кореи и Прибалтики. В этом году организаторы решили провести отборочный тур в 7 странах. Мы поедем в Санкт-Петербург, Москва, Каунас в Литве, Познан в Польше, Берлин, Копенгаген и Таллин, конечно. Так что 7 городов, и в марте будет такое прослушивание. И уже сейчас я могу сказать, что интерес к конкурсу, наверное, из-за этого вырос. Главным гостем и членом жюри фестиваля станет известный русский баритон Сергей Леферкус, который впервые даст концерт в Эстонии. Промфест откроет премьера оперы «Аида» 22 мая в Пярну. Фестиваль продлится до 27 мая.